70 тысяч творческих неравнодушных позитивных человек за 60 лет. Это население небольшого города. На юбилейные торжества в честь Центра дополнительного образования «Перспектива» в минувшую пятницу пришли, конечно, не все. Всех просто не вместил бы зал Дворца культуры «Родина». Секрет творческого долголетия раскрыла директор центра Ольга Добролюбская. Наша история интересная, богатая. И, наверное, мы выжили во все сложные времена только благодаря замечательным педагогам, творческим, профессионалам своего дела, людям, которые любят свое дело. Свою историю «Перспектива» ведет от городского дома пионеров. Сегодня его воспитанников можно встретить в творческих коллективах города и в кабинетах различной степени высоты, рассказала Ольга Добролюбская. Это кузница кадров для города Берска и для Новосибирска. Наших воспитанников можно увидеть директорами различных учреждений. Это и художественная школа «Весна», это Раиса Константиновна Устинова, это Баландина Елена Геннадьевна, это Лаптева Марина Геннадьевна, Рехтина Марина Анатольевна, Чекмазова Анна Владимировна, Яркова Лариса Владимировна. Они везде. Они везде. «Перспектива» продолжает как магнитом притягивать молодежь, будущих инженеров, артистов и общественных лидеров. Там для них создана подходящая атмосфера. Я как бы хочу стать актрисой, и я занимаюсь как бы в этом кружке, чтобы улучшить мои вот эти театральные успехи. Праздник, посвященный 60-летию центра, был богат на яркие краски и теплые слова. Педагоги прошлых лет и нынешние наставники получили благодарственные письма главы города, цветы, подарки и шквал аплодисментов от благодарных воспитанников.